американцы санкции в сфере энергетики. Ну что добились? ExxonMobil ушел из выгодных контрактов, прекратил свою часть, ну, кроме одного на Дальнем Востоке, в котором сидит уже очень давно. Ну, чего выиграли? Ничего никто не выиграл. Цены взлетели вон до небес на газ. Да, значит, на нефтяном рынке произошли вот ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только нулевой, отрицательный для тех, кто это делает. Надеюсь, что в конце концов осознание бесперспективности такой политики придет, возобладает, и мы сможем постепенно восстановить наши отношения. Я исхожу из того, что фундаментальные интересы обоих государств и в области безопасности, сокращения стратегических наступательных вооружений, борьбы с терроризмом, с отмыванием денег, в том числе борьбы с налоговыми гаванями, стабилизации энергетических рынков. Вот эти объективные абсолютно вещи, интересы, взаимные интересы, без всяких сомнений приведут к тому, что так или иначе отношения наши будут налаживаться, и американский истеблишмент политический перестанет спекулировать на российско-американских отношениях в ущерб своим собственным интересам и в ущерб своим собственным компаниям.